Близко буду, да? Марина, как все прошло? Отлично. Сколько гостей к вам пришло? Ой, все самые близкие, любимые, родные. Брат родной, сын, куда я без него, друзья, сестра у мужа со своим будущим супругом, я надеюсь. Вот. Самые близкие. Основной контингент будет вечером. Надеюсь, соседи будут не очень сильно ругаться. Мы очень любим музыку. Что говорит адвокат? Адвокат, что говорит адвокат? Молодой адвокат? Ой, сложный, конечно, вопрос. Вообще тяжелый вопрос. Потому что сам адвокат говорит, что мой муж осужден по такой статье, у которой надежды нету. То есть любая женщина может показать пальцем на улице, на парня, и он будет сидеть за изнасилование. Вот такая вот статья, такое у нас законодательство. И хотя с нашей стороны есть вроде много свидетелей и много доказательств, но на это уже никто не смотрит. И мне, честно говоря, надоел произвол наших следователей, которые подставляют свидетелей своих. У меня есть неоспоримые доказательства. Я потом все это предоставлю, конечно. Просто мы сейчас выжидаем момент и хотим это все, скажем так, эту бомбу на суде выявить это все с помощью адвоката. Ну вот. А сколько по времени регистрировали брак? У них сегодня какой-то кипиш. Вот, какие-то проверки, сигнализации срабатывали. Мы сначала стояли, нас не пропускали. Где-то минут 30 мы стояли. Но по времени минут 5. Пообщаться дали минуты 2. А как вот все происходило, можете рассказать? Ну как? Заходишь вовнутрь, дают тебе пропуск. У них там еще ремонт, я вся белая оттуда вышла. Работают маляры. К 8 марта, наверное, готовится. Вот. Заходишь в отдельную комнату. Ну, комната для не то что свидания, а как с адвокатом они в этой комнате встречаются. Вот. Зашли, подождали, когда мой любимый придет. Ну, то же самое, что и в обычном ЗАГСе на регистрации. А кто вас расписывал? Ну, работник ЗАГСа, я, к сожалению, забыла фамилию, отчество. Чуть не спросила. Голова кругом уже не до этого, наверное. Ну что, быстренько пришел, спросили. Согласен? Сказал, да-да-да, согласен. Согласна ли я? Да-да-да, конечно, согласна. Обменяться кольцами. Кольцо он не одел. Вот так как у них кольцо забирает, он без кольца. Кольцо мы купим потом, когда он выйдет. Я надеюсь, что скоро, очень надеюсь, что скоро. С мужем успели поговорить, что он сказал? Да, немножко сказал, что я сегодня очень красивая, что он меня очень сильно любит, знает, что у меня все получится. В общем, счастлив, то, что мы наконец-то зарегистрировали брак, потому что живем мы с ним уже практически 5 лет. Давно хотели это сделать, но так уж получилось, такие обстоятельства, то, что вот пришлось расписываться в СИЗО. Романтика? Когда следующее свидание будет? Ну, мне вчера... Следующее не знаю когда. У меня еще не было ни одного свидания. Мне его просто не давали, не подписывали. Наконец-то мне вчера наш следователь Мартьянов подписал мне заявление. Мне только надо осталось печать поставить у Кандасова, у самого главного там следственного комитета, начальника. Ну, наверное, на следующей неделе схожу.